Regarding Daria Dujna, many are calling her a child, but she wasn't. She was a 30 years war old propagandist calling for tougher, less forgiving mode of war. Publicly she acted as an aspiring Julius Streicher, trying to surpass her dad. Privately she mocked all this agenda. Здесь очень важно понимать, что Азовсталь и те нацисты, которые там сидят, это смерть. И то, что сейчас происходит, это отвоевание. Русские пытаются отвоевать у смерти вот этих вот мирных жителей. Жизнь. Это пытаются очень интересно. Отвоевать жизнь в прямом смысле. А что такое слова? Смерть? Вот даже вспомните, если классических поэтов, Навальный, например, он говорит, что смерть – это утрата соборности. Вот в Украине вот эта соборность, единство народа, оно было утрачено. Появилась куча группировок с агрессивными тенденциями, с агрессивной идеологией и с абсолютно русофобией, которая была сотворена не на протяжении там 8 лет, она была сотворена с начала 20 века. Например, посмотреть на работу интегрального националиста Дмитро Донцова, который писал, что необходимо, чтобы воля возобладала над разумом, можно убивать своих же, если они не солидарны с твоим украинским национализмом. Вот эта страшная идеология, это Азовсталь, это то же самое, что смерть, это утрата соборности. Поэтому на самом деле ситуация очень серьезна. Необходимо введение идеологии. Сейчас битва это не просто битва одного оружия с другим оружием. Сейчас это битва идей, битва двух цивилизаций, битва двух, на самом деле, мировоззрений. Но наша идея – это свобода. Во всех смыслах. Свобода вероисповедания, свобода языка. У нас страна одна из самых свободных в этом плане. Потому что на Украине уже в некоторых областях официально запрещают русскую православную церковь. Ну, да. Это как бы так. В Сумской области, например, да. Сейчас происходит такое. Но здесь, на самом деле, вот должен быть найден компромисс. С одной стороны, да, мы свободны, мы начали эту операцию очень деликатно и аккуратно, но, возможно, иногда нужно быть чуть более жестким и чуть меньше прощать, потому что те преступления, которые совершали эти люди, которые... Прощать людьми... за преступления вообще нельзя. Да, безусловно. И их, на самом деле, здесь нужны просто создание собственных трибуналов. Мариупольский трибунал, Донецкий трибунал. В каждом городе, подобно Гаге, должен быть создан трибунал, который будет расследовать преступления вот этих не людей, а это уже не люди. И здесь, конечно, нужна идеологическая работа, и нам нужно всерьез понять, в чем состояла их идеология, а это идеология смерти, и в чем состоит наша идеология. Это тоже, на самом деле, вызов и самим нам. Смотри, ты правильную вещь. Let me show you some more innocent children to cry about later. This 53-year-old child is Russian war propagandist Сергей Мадин. Саботаж был на начальном периоде просто на всех уровнях. Ну вот, глава там основного коммунального предприятия под названием «Чистота» уничтожил все электронные блоки управления. Техника уникальная, как ты понимаешь, запчастей. А скажи, пожалуйста, его расстреляли или нет? Это начальник? Он успел жалко. Сбежать. А членов семьи не захватили? Тоже не успели, да? Жалко. Ну, самое главное, вот кого, не знаю, можно было бы расстрелять, как ты хочешь... Это ситуация с 1 сентября. Половина учителей отказалась выходить на работу. Эта половина учителей получает деньги на карты Приватбанка из-за линии фронта. Угу. Разовый взнос за то, что они не выйдут на работу в москальские школы, $1000. И каждый месяц они получают около 200. Неплохо, кстати, слушай. А неплохо ведь. И готовится, значит, учить деток соловьиной мове, вот, и истории своеобразной, да, государства Украины с помощью дистанционного обучения с 1 сентября. Согласен. А вот, Дим, у меня к тебе вопрос. А если обратиться к опыту незабвенного Нафтали Ароновича Френкеля, вот в данном случае, может быть, действительно не надо перекупать, а вот показательно, ну хорошо, за деньги расстреливать, наверное, не стоит, а вот отнять у них кредитки, на которые они получают деньги, и заставить их сожрать, не знаю, выселить их из квартир, которые... Ну вот что-нибудь такое, вот в духе нашего старого доброго ГУЛАГа, например, а вот они ждут же ГУЛАГа, ну дайте им ГУЛАГа, например, чтобы шуба завернулась. Ну ты представляешь, какая радость будет на Украине. Так и прекрасно. Люди ж рады и должны быть. This is film director Карен Шахназаров. Вот эти буквы Z должны понимать, что если они рассчитывают, что их пощадят, нет, их не пощадят. Нет, это все по-серьезному уже. Это в случае чего концлагеря, перевоспитание, это, так сказать, стерилизация, это все очень серьезно. Поэтому тут вопрос о том, что этот вопрос России решили... This child is Russia Today propagandist Anton Krasovsky. Сука, этой страны не должно быть. И мы сделаем все, чтобы ее не было. И я вам, блядь, говорил,
Мы сожжем вашу конституцию, блядь, прямо на Крещатике. И, блядь, я сам туда приеду. Вы меня звали, блядь, после этого. Приезжайте, блядь, я слабо, хуй тебе мне вырос, блядь. Вы, сука, все уже сидите, блядь, кто в Чехии, кто, сука, блядь, в Германии, кто мне это говорил. Вот я, блядь, вам говорю, я, блядь, лично буду присутствовать на сожжении вашей говняной, так называемой, конституции прямо, блядь, на Майдане Незалежности. This child is an actor, Sergei Bezrukov. He is reciting Pushkin's To the Slanderers of Russia, making an allusion between the suppression of Polish rebellion of 1830 and the war in Ukraine. Russian public opinion sees Ukraine as a rebellion province, much like Poland back then. О чем шумите вы? Народные витии? Зачем анафемы грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собой, домашний, давний спор, уже взвешенный судьбой, вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собой враждуют эти племена. Не раз склонились под грозой то их, то наша страна. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос? Славянские рульчи сольются в русском море. Оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас. Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага. И ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы. За то, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Вы грозно на словах, попробуйте на деле. Или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаилийский штык? Или русского царя уже бессильно слово? Или нам с Европой спорить ново? Или русский от побед отвык? Или мало нас? Или от Перми до Тавриды, от финских ладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенной Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиной сверкания, не встанет русская земля? Так высылайте ж к нам, Витии, своих ослабленных сынов. Есть место и в полях России, среди нечуждых им гробов. This child is an MP, Mikhail Delyajin, calling for the nuclear strikes against Azerbaijan in this case. Это реальная сегодняшняя опасность. И если не наказывают за это жестко и однозначно, зачем нам нефтяная промышленность Азербайджана? Простой вопрос. Она не нужна, а она крайне уязвима. Если люди не понимают слов, то, вероятно, им придется начать понимать дело. Если мы этого не сделаем, нас не будет, понимаете? Вопрос стоит только так. This child, a TV host at Zvezda channel, yelled at a veteran who called for a minute of silence for our boys dying in Ukraine. Shut up. Our boys are not dying. They are killing the fascist scum. It is the triumph of Russian weapon. It's the Ministry of Defense channel BTW. Здесь многие люди с боевым опытом и через Афганистан прошли, и через чеченскую кампанию прошли, и через Донбасс. Там реально наши ребята, и донецкие, и луганские, и наши силы спецоперации гибнут сейчас. И наша страна, она... Не, гадину это фашистскую. Правильно, но это правильно. Да, дайте мне договорить. Да. Это триумф русского оружия. Это триумф русской армии. Это возрождение России. This child is reading a sermon for reconquest of Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Georgia, Moldova, and what happens with Baltic countries. You can imagine yourself. Великая и малая и белая Русь сможет единым бессмертным полком пройти от Владивостока до Калининграда. Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова.
Казахстан, Украина несчастная. На подходе Грузия, отказавшаяся участвовать в санкциях. Ну а что будет с Прибалтикой, сами можете догадаться. Сегодня они поставляют как перевалочная база оружие для истребления славян. Примите, пожалуйста, благословение и будемте расходиться по домам для келейной молитвы о победе над темной ордой фашистской. Слава тебе, Боже! I have no idea who this child is, considering how articulated his speech is and how long sentences he is using. I assume he must be of school age already. Smart boy. His parents must be proud. Русский солдат не может умереть, не выполнив приказ. До тех пор воина не берет ни пуля, ни огонь, ни чума. Я смерть. Я пришла твоего бойца забрать, старшина. Не отдам. Не было такого приказа. Врага бери. И в эти часы отступает смерть, довольная тем, что ей хотя бы врага подарили. И падает враг, изумленными голубыми глазами, выхватывая напоследок у жизни огневое зарево санцепека в небе ночном. И знает смерть, что придет она и за тем, кого сейчас брать старшина не велит. Но это случится позже, когда выполнена будет боевая задача и прозвучит приказ вольно. Тогда, рогатая, приходи. Забирай солдатское холодное тело. Все равно уже вылетело на волю, повинуясь приказу душа. Сквозь дыру в груди, размером с Россию. Пожалуй, лучше Андрея Платонова об этом никто не скажет. Войско тем и живо, что в смерть не верит. Смерть она полагается только врагу. А нам нету смерти. Ни шагу назад. Держать строй. Приказа умирать не было. Pope Francis' remarks can be very consequential. Orthodox Church has already lost almost all of its authority in Ukraine. Now the Catholic Church is trying to outcompete them. I wonder how that gonna change political balance in Greek Catholic West Ukraine in the coming years. The end.